Его иконы и омажи в камне – произведения искусства, которые останутся в веках. Эти работы, которые мы сделали об этих художниках, они останутся в веках с людьми. Их живопись, в общем-то, увековечена в наших омажах. В программе «Белорусы» познакомимся с мастером по изготовлению изделий из камня Олегом Попельским. Я одинокий человек. Вот в полном смысле слова. Но в этом одиночестве только можно творить. Узнаем, как неординарная личность пришла к делу жизни. Когда я увидел Лахернскую икону и понял, что я ее могу сделать, я нашел новое, потому что старое дело меня уже не увлекало. И как, по мнению маэстро, создать настоящий шедевр? Всего лишь навсего надо создать новый фантасмагорический рассказ, который рождается здесь и сейчас. Смотрите в пятницу на нашем телеканале.